можно даже сказать, кому-то он, наверное, и спас жизнь, потому что это действительно там, это не наша была растяжка, то есть это либо кто-то до нас ее ставил, как бы предшественники, либо непонятно. С этой собакой уже не первый год служат, это их боевой товарищ. Для меня это был, ну, это моя профессия, я ветеринарный врач, поэтому я как бы, если я знаю, что я могу помочь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Это живой организм, живое существо, это, ну, на четырех лапах, но он тоже хочет жить, и он тоже требует нашей помощи. Очень умная собачка, такой любвеобильный, людей любит, особенно военных. Да.